В Ленобласти комитет по охране животного мира провел операцию по спасению огромного лося, который застрял на острове с тросом на рогах. Животное заметили местные жители. Они и вызвали специалистов на помощь копытному. К моменту прибытия спасателей животное находилось в заперти около 2 суток и успело вытоптать вокруг себя всю растительность. На размещенных в сетях кадрах можно увидеть, как лось пытается самостоятельно выбраться из ловушки. Спасение животного заняло несколько часов. По словам спасателей, во время операции он очень агрессивно вел себя. Лось запутался в металлическом тросе, поэтому пришлось немало потрудиться, чтобы его освободить.